Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим еще про одну относительную новиночку компании Faberlic, а именно волшебный кремушек, который не дает нашим рукам выдавать наш возраст. Это крем под номером 2098, крем формула омоложения. Действительно, у нас вот таких вот кремов, целенаправленных на омоложение кожи рук, просто-напросто не было. Более того, по составу нет аналогов вот нашему крему. У меня вот буквально нет слов. Я люблю такие шедевральные продукты, и я понимаю, что я опоздала как бы с выходом ролика, можно было бы его месяц назад выдать, но я тестировала этот крем, я просто от него кайфовала, я балдела. И я напомню, что вот некоторым девушкам старшей возрастной группы, еще там с полгода назад я говорила, кому нужно было и важно было омолодить кожу рук, я говорила, ну возьми свой омолаживающий крем для лица и пользуйся для рук, если тебе не жалко. И тут у нас выходит такой крем, который вот если посмотреть по составу, можно сказать, что это великолепный омолаживающий крем для лица. А он у нас для рук. Здесь и шикарные питательные масла, здесь и гиалуроновая кислота, здесь и кислородный комплекс, здесь и целый комплекс витаминов. Ну, то есть, если еще раз посмотреть, то это просто-напросто потрясающий омолаживающий крем для лица. А он у нас для наших ручек. И у этого крема комплексное действие. Вот на самом деле здесь у нас написали там формула омоложения и все интенсивно смягчает, омолаживает, защищает. А мало того, что этот крем годится для кожи рук, для кутикулы и для ногтей. Он действительно и питает, и увлажняет, и защищает. Вот эти самые масла создают на поверхности кожи защитную пленочку, которая сглаживает, если вот мы сейчас пойдем, скажем, мыть полы, там стирать, наши ручки будут защищены. Но не это еще главное, да, не это все. Вот действительно такой состав позволяет омолодить кожу рук. И не просто омолодить, то есть придать ей тургор, эластичность, чтобы она выглядела действительно как кожа молодой девушки. Этот крем борется с пигментацией. Если вы посмотрите на кожу наших бабушек, да, дедушек, вот что называется, зрелые люди, у них очень часто на коже есть пигментация. И вот этот эффект дисколорации, изменения цвета лица, появления пигментации, ну там, простите, я лица сказала, да, вот сразу мысли о лице, что на лице, что на руках выдает возраст. То есть никогда на коже ребенка вот таких возрастных пигментных пятен не будет. Еще раз повторю, они точно так же на руках выдают наш возраст. Так вот, этот крем, еще раз повторю, не просто омолаживает кожу рук, но он борется с этой пигментацией. И потихонечку ее нейтрализует, и все дело сходит на нет. Поэтому крем, еще раз повторю, комплексного действия, великолепен. Вот мне кажется, какая проблема на руках не была, этот крем может решить. Благодаря такому шикарному составу масел, он еще годится для очень сухой кожи рук, у кого лопаются подушечки. И я знаю, что есть женщины, которые этот крем, по моей рекомендации, очень удачно стали применять для лопающихся пяточек. Тоже очень хорошо. Ну а теперь про наш волшебный состав. В основе этого крема аж 4 вида питательных масел. Масло ши. Вот я про глицерин, который входит в состав, тоже молчу. Как бы я уже не говорю. Знаете, как само собой разумеющееся. Я просто-напросто напомню, что глицерин входит в наш естественный увлажняющий фактор. Без глицерина не может быть обновления липидов нашей кожи. Без глицерина не может нормально функционировать наша гидролипидная оболочка. Без глицерина не может идти обмен влаги в коже. Ну, то есть глицерин это важная составляющая. И на самом деле, чем мы старше становимся, чем суше наша кожа, коже не все равно. А дают ей глицерин или не дают, она просто готова в глицерин впиваться. Поэтому хорошие кремы, хорошие бренды добавляют глицерин. И вот эти споры, нужен, не нужен, синтетический или натуральный, это абсолютно уже, знаете, из области там давно прошедших мифов и прочего. Так вот, смотрите, я уже опять-таки пропускаю, что есть глицерин. Значит, масло ши. Касторовое масло. Масло великолепное с точки зрения косметологии, давно забытое, да, и вот слава богу, что оно возвращается. Дальше присутствует льняное масло. Вот льняное масло один из любимых продуктов мной, потому что мало того, что великолепно питает, увлажняет, омолаживает, обладает противовоспалительными свойствами, защищает кожу, это масло чисто женский продукт, потому что, во-первых, оно богато на омега, а омега входят ненасыщенные жирные кислоты в состав нашей защитной гидролипидной мантии.
И плюс в этом же масле очень много фитоэстрогенов, которые нам важны, важны нашей коже, когда у нас, к сожалению, наши родные гормоны начинают угасать. Потому что клетки кожи чувствительны к женским гормонам. И пока девушка в расцвете сил, пока у нее хороший гормональный статус, у нее кожа и в тонусе, и упругая, и без морщин. Но вот как только у нас начинается какой-то гормональный дисбаланс, кожа ведет себя уже совсем по-другому. Поэтому льняное масло – это еще источник фитоэстрогенов. И для нас, вот даже с точки зрения омоложения, это очень хорошо. Ну и плюс льняное масло великолепно снимает раздражение. Дальше. Есть масло рисовых отрубей. Замечательный продукт. Его очень любят добавлять именно в омолаживающую косметику, в омолаживающие кремы, потому что это мощный антиоксидант. Это же масло великолепно смягчает, увлажняет. Это масло хорошо восстанавливает микроциркуляцию, и именно это масло у нас борется с пигментацией, потому что оно нейтрализует воздействие ультрафиолета на нашу кожу. То есть вот замечательный продукт. Дальше, вот эти четыре масла добавлены, есть гиалуроновая кислота. Тем более, смотрите, не просто гиалуроновая кислота, а именно соль гиалуроновой кислоты. То есть это низкомолекулярная, ну, грубо говоря, гиалуроновая кислота, которая проникает вглубь кожи и увлажняет кожу рук изнутри. То есть масла увлажняют кожу снаружи, а гиалуроновая кислота, ее соль, изнутри. И соль, скажем так, она более активна в плане удержания влаги. Дальше у нас присутствует целый комплекс витаминов. Витамин А, витамин Е, витамин В5. Я не буду говорить, да, как он великолепно заживляет. Я вот сделаю еще акцент на том, что присутствует витамин В3. Он стимулирует микроциркуляцию, он стимулирует обновление клеток кожи. Он точно так же отвечает за, скажем так, в хорошем смысле высветление кожи и убирает пигментацию. Есть, конечно, кислородный наш комплекс, тоже нет смысла говорить, как он работает. Ну, витамин А, я так вкратце сказала, да, это витамин молодости и красоты. Вот, так что весь комплекс, вот просто, что называется, от масел до витаминчика, все направлено на то, чтобы кожа наших ручек была ухоженной, молодой, красивой, да, и никогда нас не подвела, когда нас спрашивают про наш возраст. Ну и совсем последнее, что я хочу сказать, что текстура этого крема, несмотря на вот такой богатый состав, достаточно нежная. То есть это не жирный такой крем питательный, который долгое время вы будете ощущать и вас будет раздражать. Текстура такая, что она быстро впитывается, она достаточно комфортна. Ну, понятное дело, что не буду наносить, тут и колечко у меня. Вот, и легкая парфюмерная душка. Легкая парфюмерная душка, я уже говорила, она ненавязчивая, она быстро выветривается, поэтому буквально уже через 7-10 минут крем впитался, вы можете заниматься своими обычными трудовыми подвигами, скажем так. То есть то, что вы делаете, вы можете смело. То есть никакой липкости уже там по истечении 5-7-10 минут у вас не будет. Так что вот такой вот потрясающий крем, честно скажу, я его настоятельно рекомендую тем женщинам, которым действительно очень важен уход за своими руками, и тем женщинам, которые, ну, переживают, что руки уже выдают возраст. Так что формула потрясающая. И я последнее, что я хотела сказать, я надеюсь, что этот крем надолго задержится в рамках Faberlic, потому что, еще раз говорю, такого богатого состава у нас не было.